Всем доброе утро, я знаю, что вы любите влоги, поэтому взяла наконец камеру в руки и буду сегодня снимать для вас интересный влог. У меня насыщенный сегодня день. План такой, я проведу первую половину дня дома, а потом поеду в студию в новую бровей и буду выводить татуаж, чтобы приводить брови наконец в порядок. А потом вечером мы с вами пойдем в ресторан, и в общем будет такой насыщенный интересный влог. И у меня для вас новость, интересная новость. Для тех, кто мечтал стать блогером. Итак, 1 ноября стартовал конкурс «Осторожно, блогеры», где любой желающий мог попробовать себя в блогинге. Если вы начинающий блогер, либо вы уже обзавелись молодым каналом, но не знаете, как его раскрутить, либо вы не можете решиться никак открыть свой канал, то это все для вас. Ссылку я оставлю под видео в описании. А также вы можете войти в пятерку сильнейших и побороться в финале за главный приз уже состоявшимися блогерами. Это очень интересный проект. Я советую всем, кто не может решиться и хочет стать блогером. И я думаю, вы заметили, что у меня новая кровать, новая стена в спальне. Да, дело в том, что мы наконец почти доделали в ней ремонт, заказали новую мебель. Я специально покрасила стену в темно-серый цвет, потому что я знала, что у меня будет белая кровать. В общем, но все равно мы комнату еще не доделали. Я пока не буду показывать вам спальню, потому что она еще не готова. Ну, будет что-то интересненькое, я вам обещаю. А сейчас я иду на кухню готовить органический завтрак и покажу, как я его готовлю очень быстро. Последнее время я кушаю, да, органику. Сейчас я буду готовить вафли из творога. Я добавлю туда семена чиа, потом добавлю сироп агавы. На глаз, на вкус хорошенько перемешаю. И у меня есть еще очень классный порошок асаи, его я тоже добавлю. И у меня есть мука органическая с сайта iHerb для вафель и панкейков. В общем, все это перемешиваю, помещаю в вафельницу, и вот такие классные органические вафли у меня получились. Приехала я в Злата Лайн студию, она такая девчачья, милая, буду сейчас исправлять свои бровки. Вот сама Злата. Злата мастер-бровист, и, кстати, Злата делает микроблейдинг, очень интересная работа у нее. Вот, и мы нанесли анестезию, потому что решили вывести сначала лазером мой старый татуаж. Присутствует красный пигмент, и он немного неровный. Это лазер нового поколения, после него не остаются шрамы, корочка его не слазит, в течение месяца рассасывается. Поэтому можно делать сразу макияж, никаких болячек, ничего нет. Ну, как бы видите, посветлели брови, но это первый такой эффект. Я решила сразу остаться на укладку. Суперская прическа. Сейчас собираемся с Вовой поужинать пойти. Хотим поесть устрицы. У нас это любимое блюдо в последнее время, особенно у Вовы. Прямо он, знаете, бывает такое, он чем-то загорится и постоянно это делает, пока вот аж тошнить не станет. Так вот, он эти устрицы теперь каждую неделю ест. И я жду, когда же его затошнит. И сейчас на лицо нанесла вот эту маску. И я поставила две маски, знаете, потому что они, вот, если честно сказать, похожи между собой. Обе текстуры, когда нанесешь на лицо, глиняные, и в них есть крупицы. Они очень похожи между собой. Kiehl's более желтая, более густая. А Glam Glow тоже желтоватая. В ней, вот как видите, тоже крупинки. Вот она маска на лице. Glam Glow. Она также высыхает, как и Kiehl's. Белая такая же становится сухая. Ее нужно будет смывать. Прям вот где намазала, полоса прям красная. Все лицо покраснело. Хотела как лучше, получилось как всегда. Видимо, в этой маске есть компоненты раздражающие специально, знаете, чтобы прилив крови вызвать, ну и свежий вид. У меня покраснели прям все места мои чувствительные. Попробую замазать сейчас тональным кремом все это дело весь. Мы приехали в Остибар. Ости называется? Устричный бар. Аустер. Это первый устричный бар в Казахстане. Ости. Очень маленький, миленький ресторанчик. Всего 3 стола, да, больших посадочных. 4. Нам принесли ассорти из устриц, потому что сегодня устричный безлимит. Да, можно за 10 тысяч съесть устриц сколько угодно. Любое количество. Любое количество. Сейчас Женя вас научит кушать устрицы, а потом я. Я Женю.
Женя учил несколько раз. Несколько лет. Несколько раз я объяснял, она так и не научилась. Смотри, сколько здесь соусов разных, и я их наливаю все по очереди. Вот этот. Все добавляешь? Да, вот этот. Женя уже третью устрицу ест. Да, вот. Можно заплатить $30 и есть сколько угодно устриц. Вова, вот этим хвостиком к себе. Вот так пальцем прижимаете, подрезаете здесь. Вот так все перемешиваете. Ну, перемешивается оно легко. Добавляем соус. Обязательно лимон нужно добавить. Вот. Потом еще раз надо перемешать. Так. И все. Отправляем. Хотела показать вам. Никак не могла добраться до этой картины. Мы, кстати, не можем ее никуда повесить пока на стены, потому что у нас не закончен ремонт. И она у нас вот как-то лежит в непонятных местах. Нам снова, помните, у меня в моей комнате мой собственный портрет из множества фотографий вот с Инстаграма, а это наш семейный портрет. Вова, Сара, я. И здесь наши новые фотографии уже, если на той картине были как-то старенькие фотографии, то на этой вот продолжение истории. Очень клево, то есть ни одна фотография теперь не потеряется и не забудется, даже если исчезнет Инстаграм, то у нас вот такие прикольные полотна есть. Классная картина. Даже Лена, вот смотрите, Лена, Сара, мы с Вовой, маска. Кстати, присутствуют фотографии, которые вы даже, наверное, не видели, не опубликованные. Ах, клевые, конечно, фоточки, так повспоминать. Приятно, приятные моменты. Элла моя подруга. Кстати, смотрю на свой цвет волос, когда у меня вот был такой золотой. Мне очень нравится. Все равно, как ни крути. В общем, такая классная картина. Если хотите, я оставлю ссылку на ребят, которые изготавливают такие прикольные вещи. А на улице у нас мрак. Зима настоящая. Выпал снег и очень холодно, очень-преочень. Для нас это непривычная погода, для алматинцев. И говорят, что в этом году зима будет очень холодная, не только в Казахстане, но, по-моему, и в России, везде. В общем, холод. Когда мне очень холодно, я здесь сажусь возле батареи, в кресло-качалку, укутываюсь одеялком и смотрю в окошко. Пью какой-нибудь чаек согревающий, и мне становится теплее. Вот. А еще хотите прикол покажу? Вова попросил меня не выбрасывать вот эти ракушки от устриц. Мы заказывали домой устрицы и съели их. Вова говорит, давай не будем выбрасывать, так жалко. Они, в общем, так долго росли. Может быть, летом что-нибудь с ними сделаем на улице, там что-нибудь выложим. Я даже не знаю, как их можно выложить. Но я, ладно, решила их не выбрасывать. Слава богу, они не пахнут никак. Еще я вам не показывала, но у нас новый холодильник, наконец-таки. Он очень красивый. Самое главное в нем это лед. Он лёда... Здесь есть ледогенератор. Который делает лед. Его можно, кстати, поставить в функцию. Он его будет дробить, как для смузи. Или как для... Ну, для таких более коктейльных напитков. Мы хотели это очень сильно, потому что мы летом употребляем лед в огромных количествах, мы его покупаем в магазинах, ну вот решили купить такой холодильник, и плюс на него была скидка, очень классная, просто нереальная скидка, потому что там какой-то шланг в ледогенераторе был не подвинут, и не работал он, то есть нужно было просто разобрать вот эту панель, подвинуть шланг на место, и тогда бы вода нормально циркулировалась, как бы все заработало. А люди ленивые, не стали как бы разбираться, сдали его, возвращали постоянно в магазин, и на него сделали очень большую скидку, и, как всегда, Вова, любитель скидок, нашел этот чудо-холодильник, ну, реально крутой. Как бы у нас таких никогда не было. Двухкамерный. А, еще здесь вот такое окошко. Вот чик-чик можно открыть. То есть и сюда там напитки складывать, чтобы не открывать полностью весь холодильник. Можно открыть только вот эту камеру. Ну, конечно, это бесполезное окно, но приятно. У нас ничего особенного здесь нет. Вот так он выглядит внутри.
Не пугайтесь, мы в последнее время питаемся в кафе, потому что у нас нет времени что-то готовить. Это морозильная камера. Ну, вот так это все выглядит. Вот здесь, в общем, делается лед, и вот сюда он потом скидывается. Наши полуфабрикаты. Короче, хороший холодильник, и мы очень довольны. Зашла в ванну, потому что мне здесь нужно разобрать всю косметику. Буду заканчивать свой влог. Это только, наверное, 10-я часть того, что у меня есть. И я в шоке, потому что поприсылали, понакупала и подарили. В общем, много всего. Нужно все пробовать, тестить. Я на себя мажу, это все, что, видите, как, да, аж до аллергии доводит, как бы мне это не очень нравится. Вот клиник прислали всем блогерам, это зубная паста наша японская, это загар, для загара, масочка тут еще у меня, вот от Lancome увлажняющая новая, сыворотка тут. Короче, у меня здесь столько всего, я говорю, это только часть, потому что я вот это спустила для того, чтобы рассортировать, как-то разобрать. Вот у меня новая косметика Janssen косметика. По-моему, это немецкая. Я ее даже не пробовала, представляете? И вот Formas Natural. И Nuxe у меня есть крем для тела. В общем, чего у меня здесь нет? А вот это вот от Clinique. Кстати, мне понравился вот этот скраб. Умывалка. Здесь мелкие такие частички и классно скрабируют. И очень большой объем здесь, 125 мл. Ради интереса передвинулась на другой участок. Здесь у меня тоже, видите, чего только нет. Все это сейчас пытаюсь разобрать. И что я хочу сейчас попробовать, может быть, и отложу на потом что-то. Короче, я в шоке. Быть блогером вроде бы хорошо, но с другой стороны, оно может и приводить к таким последствиям, как аллергия и каким-то еще моментом не очень хорошим. Простите, конечно, за бардак, но я просто вам решила показать, как оно есть на самом деле. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то пожелания, то оставляйте под видео в описании там какие-то видео, если хотите, чтобы я сняла. Пока-пока!